Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находятся наушники Motorola Verve Buds 200. И сейчас мы разберемся, как изменить их имя в системе настроек Bluetooth. Итак, для начала мы переходим в настройки на нашем телефоне и переходим в подключенное устройство, чтобы открыть настройки Bluetooth. Здесь мы переходим в настройки наших наушников и нажимаем на кнопку «Изменить» сверху. Теперь мы можем переименовать наши наушники. Нажимаем «Переименовать». На этом все. Имя было изменено. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!